Из-за обильных снегопадов, накрывших город, у работников коммунальных и дорожных служб прибавилось забот. Ежедневно на улицы города выходит более 2,5 десятков снегоуборочной техники. Это грейдеры, погрузчики, тракторы и пескоразбрасыватели. После оттепели и снегопадов с улиц Муравленко отяжелевший, застывший снег счищают грейдеры с тротуаров, мини-погрузчики. Вслед за ними дорожки посыпают песком. Сегодня подрядчики вывели на улицы и дороги 2,5 десятка единиц спецтехники. Сейчас пошло понижение температурного режима. Сейчас идет именно уборка патрулирования внутриквартальных проездов. Идет уборка улично-дорожной сети, сбор снега, значит, и вывоз снега. В первую очередь от снега и наледи очищают центральные улицы города, подъездные пути к организациям, особенно к образовательным и социальным учреждениям. После плюсовой погоды на Ямал идет значительное понижение температуры, а значит, убрать еще вчера мокрый снег надо как можно скорее. Если на широких улицах и возле учреждений особых помех коммунальщикам никто не создает, то во внутриквартальных проездах все иначе. Оставленный у подъездов личный транспорт горожан мешает выполнить работу должным образом. Проблема старая и наболевшая. Есть дворы, в которых действительно мы даже не можем зайти. Это 4-й микрорайон Ямальский, это 3-й микрорайон административный, это где 5-этажки наши стоят, там Ленина 74. Ну, очень-очень сложно, конечно, убирать, тем более загоняем мы несколько единиц. Подрядные организации к предстоящей зиме давно готовы. Закуплены пескосоляные смеси, подготовлен инвентарь и технические ресурсы. Сформирован штат сотрудников. Задействована вся техника. Пытаемся все обращения граждан отрабатывать по максимуму. Ни одно обращение не остается незамеченным. На уборке снега только в микрорайонах города и улично-дорожной сети, за которую отвечает подрядчик «Асаян», работает около 20 спецмашин. Погрузчики, мини-погрузчики, тракторы, самосвалы и пескоразбрасыватели. Несмотря на все усилия подрядчиков, погода вносит свои коррективы, превращая еще вчера посыпанный песком тротуар буквально в каток. И тротуары сыпятся, и дороги сыпятся. Стараемся, не останавливаясь, это все делать. Без обедов, грубо говоря, до вечера позднего. Труд коммунальщиков зимой бесконечен. И работа по очистке дворов и улиц Муравленко от снега продолжается почти круглые сутки. Еще много подъездов открывать, много проезжей части у нас закрыто, которую надо отрабатывать. Патрульная служба была проведена, но комплексной очистки еще не было во многих районах. Поэтому сейчас отрабатываем то, что не успели. Учет вывозимого на снежный полигон снега ведется ежедневно, а за качеством выполняемых подрядчиком работ Управление коммунального заказа следит с помощью электронной системы ГЛОНАСС. Мы, как заказчики, мы наблюдаем за техникой, которая выполняет уборку тех или иных участков дороги или внутриквартальных проездов. Соответственно, потом, приезжая на этот участок, вот как мы с вами стоим, мы сразу видим, просто так ли техника каталась, и она действительно убирала данный тот или иной участок дороги. Только с начала нового зимнего сезона подрядчиками вывезено на полигон около 10 тысяч кубометров снега. Полигон доступен абсолютно для всех. Татьяна Бойко, Юлия Сидорюк, Антон Иванов, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.